добрый день. Эджа, Султан. Не ссоримся. Кто самый красивый? Твикс? Сладкая пальчика. Мне так нравится, как они два глаза. Ну? Как будто через зеркало. И шикарные белые усы. Видите, как будто зазеркали. Как будто между ними стоит зеркало. И они так выполняют. Это же Алёх. Ну и ты тебе должен, чтобы зазеркали нам не портить. Ау, давай ложись. Тоже. Ау, бух рядом. Что? Что? Тебя нужно снимать, да? Вот. Называется «Загляни в пасть к тигру». Да? Вот так, скажи, «Загляни в пасть к тигру». Эти глаза напротив. Да? Кто там разговаривает? Люди. Люди там. Да? Где люди? Где люди пошли? Ты какой красавец. Никак не могу понять, кто из них красивее. Джали Султан. Тигриная вы мою зазеркали. Красивый, красивый. Такой ветер в Тайгане. Несколько дней. Зевнул так зевнул. Сегодня, друзья, мы поедем специально для вас утром поснимаем. Мы сегодня уезжаем, да, или завтра утром. Точно не знаю, в Краснодар. Там будет идти судебное заседание по прогулке. Глаз тигра. Кассационная наша жалоба. Туда же едет рупор Москвы и народное слово, ребята, едут. Поэтому я думаю, что вы все увидите. Вот так. Все увидите в прямом эфире, в прямой трансляции. Вот. Как у нас там сложится. Сможем ли мы отстоять прогулку? Возможно, она просто изменится. Допустим, будет бесконтактная или контактная. Неизвестно, как скажут. Но пожелайте нам удачи. Она нам очень понадобится. И я хочу обратиться к нашим краснодарским друзьям, к тем, кто рядом, может, в Сочи. Кто-то захочет из Сочи приехать. Геленджик, Анапа, Новороссийск, все, что на Ростов-на-Дону, все, кто рядом. Если вы хотите помочь отстоять прогулку ко львам, и у вас есть возможности и желания, приезжайте. Суд состоится 10 числа в 2 часа дня. Единственное, что адрес суда вы можете взять в народном слове, в контактах. Я не помню сейчас адреса. А пока что с любовью и с Тайганом.